Так, должно быть слышно и видно. Всем здравствуйте, приходящим. Включайтесь, включайте видео, чтобы я видел вас. Сегодня у нас такой будет интересный вебинар по тесту дара. Меня слышно? Напишите, слышно, видно. Вот есть чат и все остальное. Подключайтесь. Напишите, слышно, видно. Сегодня у нас будет интересный вебинар. Будет тест дара. Те, кто записался на тест дара, я вас добавил в закрытую группу. И сейчас идет у нас вебинар в Зуме. Значит, и трансляция идет в ТикТоке. Вот ТикТок пишет, Таня пишет, здравствуйте, да, слышно, видно. Благодарю, Таня, отлично. Поговорим сегодня о Даре. Проведу некий тест. Те, кто не успел, не попал, можете сейчас написать мне в телеграм-канал, те, кто смотрит меня в ТикТок, кто хочет, чтобы я его посмотрел. Вот. Ну и там уже дальше разберемся. Ну и, собственно говоря, вопросы, которые потом вас будут интересовать, вы можете их задавать. Хотел бы, чтобы меня посмотрели. Таня, надо было добавляться, писать мне, я бы вас добавил в группу, и сейчас идет вебинар. Если успеете, напишите мне сейчас телеграм-канал по ссылке в шапке профиля. Либо уже потом в следующий раз. Павел, добрый день. Все нормально? Ты-то зачем? Ты-то зачем? Здрасте, здрасте, все нормально. Все А что я нормально. за? Хорошо. Так, Алла и вот этот Максимус, включайте камеры, без камер я, мне не интересно, я вас не вижу, не знаю, не понимаю. Либо прячьтесь совсем, либо открывайтесь. Мы здесь не кусаемся, Павел тоже не кусается. Так что все хорошо, все замечательно. Так, Алена, слышно, видно? Включи, пожалуйста, матюгальник, этот, как его, микрофончик. Подключайтесь, и мы потихонечку начнем. Ждать мы никого не будем. 1 минута уже 7-го, поэтому кто раньше встал, того и тапки. Добрый день. Добрый, 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 добрый. Так, ну, мы, наверное, как мы это дело все сделаем? Мы, наверное, при желании вашем я вам позадаю вопросы Вернее. и расскажу вам потом кратко все о ваших, может быть, имеющемся даре, может быть, нет. Вот. Все это будет кратко. Там да, нет, несколько вопросов, и я вам расскажу, что это и зачем это. Вот. Так что как-то устаканивайтесь, включайте видео, чтобы я все видел, чтобы вас было слышно, видно и вообще. Как-то присядьте, не утешите, так, чтобы у меня голова не закружилась от вашего. У меня просто на кухне Wi-Fi здесь на квартире плохой и искала место. Понятно. Ну хорошо. Хорошо. Павел, а скажи мне, пожалуйста, а ты зачем? Что бы ты хотел сегодня услышать от меня? То есть, какую пользу я тебе могу дать? Включи, пожалуйста, микрофончик, я не слышу. Не знаю, просто хотел послушать. Ну хорошо. Ну, Может, если для себя вопросы что-нибудь будут. выдерну, да. Если вопросы будут, да, тогда как бы да. Тогда как бы да. Ну хорошо, давайте тогда начнем по некому тесту.
А дальше поедем дальше, я вам расскажу немножко интересного. Ну и вопросы можете задавать по темам, которые вас интересуют. Если это будет возможно, я озвучу. Вот, трансляция идет в ТикТоке. Если есть вопросы, пишите. Если кто-то хочет попасть на вебинар, пишите по ссылке в шапке профиля прямо сейчас, чтобы я потом уже не отвлекался на тех, кто опоздал. Ну или не слышал, либо не видел. Так, что у нас? Вот Вера пришла. Вера сейчас подключит звук. Так, пока в телегу никто не пишет. Подключаемся. Подключаемся и потихонечку начнем. Все, у нас там 4 минуты. Ну, можно сказать, что уже пора. Так, Вера подключилась. Слышно, видно? Вера. Добрый, Светлана, добрый вечер, добрый, добрый. Вера, слышно меня? Ходят, бродят. Вера. Ну да ладно. Вера, не Вера. А давайте сделаем так. А чтобы нам было удобнее общаться, если вас это не коробит, мы, по крайней мере, на вебинаре общаемся на «ты» без свидетелей, без всяких ангелов-хранителей, там, чтобы он там передал и прочее, вот эта вот мутата, которая, ну, неинтересна. Вот, общаемся на «ты», а там дальше как хотите, как вам зайдет. Так, если удобно, да, если неудобно, говорите «пошел ты нахрен, я хочу имя, отчество, еще какие-нибудь там приплюсовать регалии». Вы тогда напишите, кто вы, чтобы я обращался к вам со всеми регалиями. Так, ну что, давайте начнем. Кто, Алла? Тебе интересно вот этот вот некий тест дара? Давайте Что-то у тебя прерывается. сделаем мини-тест, да. Хорошо, скажи, пожалуйста, что тебе снится? Ты меня не слышишь, я так понял. Мне вот по поводу сна. У меня ночью снился сон. Я вас слышу. Ну, прерывается у тебя. Походи, посмотри интернет получше. Мне приснился сон, что я вижу на тумбочке фотографию. Не У меня понимаю, отец подожди, умер не давно. Ни к понимаю. чему из того интернета. А если сейчас попробую на... Поищи интернет получше, Сейчас я не переключу. понимаю, о чем ты говоришь. Поищи, походи, посмотри. Так, давайте перейдем дальше. Вера, слышно? Вера. Все теряется, интернета у вас никакого. Алла, я тебя не слышу, ты прерываешься, так что поищи, посмотри. Так, что у нас? Так, давайте, Ален, слышно меня? Включай, пожалуйста, давай попробуем, если у тебя все хорошо с интернетом, скажи что-нибудь. Тебя слышно, видно? Да, сейчас слышу. Меня слышно? Да, отлично, видно и слышно. Прекрасно. Все хорошо. Прекрасно. Так, скажи мне, ты на тест дара или на что-то еще пришла? Что Да, там? я на тест дара, да. Хорошо, тогда давай продолжим эту же тему. Что тебе снится? Расскажи, пожалуйста. Я посмотрю. Чуть пониже сделай телефон. Вот так, чтобы я тебя видел. Ага. Снится по-разному, бывают и глубокие сны, бывают поверхностные, но снится постоянно что-то, да. Очень были глубокие, ну, в эзотерике тоже достаточно давно, как бы, да, но не понимаю до конца, наверное, кто я, что я и зачем я вообще, в принципе, в эзотерику лезу и так далее.
То есть проходила и обучение регрессивному гипнозу, и там какие-то ченнелинги и так далее. То есть все поверхностно, потому что нет, наверное, до конца уверенности, а надо ли мне туда, и кто я вообще там, и для чего я там. Поэтому и здесь привлекло именно, может быть, поможете понять. Сны. Хорошо, а что все-таки снится-то? Что тебе дают во снах? Но бывает информация дня, бывает люди, которые, допустим, там бывают какие-то, ну, такие из глубоких снов, это вот сейчас что-то вспомнить, ну, в силу там. Бывает какие-то так, чтобы вот умершие родственники, нет, то есть было там бабушка, дедушка, что-то вот предсказывали, бывает там. Ну, не скажу, что это прям часто, да. То есть сны были такие пророческие не раз. А кто дает сновидения? Кто дает их? Угу. Не знаю, наверное, подсознание какое-нибудь. Ну, не смеши, не делай. Это подсознание, надсознание. Это так. Что, открыли, тут сознание, тут подсознание. Тут мир за гробом, вон там что-то еще за гробом. Ну, не смеши меня, вот это подсознание. Вы какие-то слов начитались, нахватались, ага. А что за хрень, никто не знает. Я не знаю, что такое подсознание. Поэтому я не знаю, что такое хранилище духовное какой-то развитие. информации, Я не знаю, которую мы что не такое. осознаем, допустим, да? Нет, все это неправда, все это не так. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, а вот что-то здесь, в этом мире, тебя что-то домогается, так скажем? Я не про мужиков. А там, может быть, что-то там, не знаю, тебе там слышно, видно, кто-то смотрит, следит за тобой. Сделай тише, тише, Господи, сделай ниже телефон, последи за картинкой. Я вижу только твои глаза. Вот. Хорошо. А я просто тут не одна с малышом, Ну, поэтому хорошо, пытаюсь пусть немножко так. опустить. Что в этом Вот. мире происходит? Так, смотрите, ну, в общем-то, как бы к миру претензий-то нету, такого, чтобы кто-то меня там преследовал, там и так далее, нет. Но с детства у меня были очень сильные страхи. То есть в детстве мне всегда казалось, что я боялась мертвых. Меня все спрашивали, почему ты их боишься, надо живых бояться. Вот, ну, не могла собой. Да, ну, вот буквально от страхов избавилась, наверное, только вот как лет 5-10, может быть, назад, потому что даже одна в квартире находиться боялась. В какой Понятно. момент я этого испугалась и почему я этих мертвых боялась с детства, я не помню уже. Понятно. Ну, мертвых не стоит бояться, их закопали, они давно уже закопаны, либо сожгли, и там это уже утилизация разная, у всех по-своему. Понятно. Ну, собственно говоря, я тебе порекомендую быть больше в измененном состоянии сознания, и там ты получишь персонажей, которые тебе дадут некий дар. Потому что дар – это не какая-нибудь конфетка, которая там породу, вот это все, вот это все, вот это вот фухло, которое задвигают вам со всех сторон. Дар породу передается, типа бабка тебе в подол насыпала там чего-то. Это правда, ни по какому роду ничего не передается. Но тебе нужно в измененку побольше заходить, и в измененном стане сознания тебя там начнут домогаться. Только так. Ну, допустим, когда в регресс вхожу, я не скажу, что там кто-то мне прям появляется, проявляется и так далее. Ну, я не понимаю, что такое регресс. Вернее, я понимаю, но вам не рекомендую этим заниматься. Так ну, же, в состоянии альфа это волны, грубо говоря, там это же тоже все это в не так. медитации, допустим, когда Вот как раз в медитации тоже. вы хватаете столько всего, что я потом вас очистить не успеваю. Вы поймите, что это за хрень медитация. Вы, ну, как-то вот будьте разумны, вот не лезьте в эту гадость, которая потом вы не работаете. Это регресс, это медитация. Это все надумано специально вас, чтобы вас пожрали, пока ваш домик пустой, туда заселяются другие персонажи. Ну, то есть вы сидите. Я сейчас не буду об этом, как-нибудь, может быть, проведу, чтобы вы понимали, что ни регресс, ни медитация вам ничего хорошего не даст никогда. Это просто вас развод на эмоции. Ну, вот как вот прививки делают, да, идите все вакцинируйтесь, там сдохните, нет, ну, еще раз завакцинируйтесь. То есть это вот то же самое примерно, ну, это вот вселенский обман, и в медитации всем обычно неудобно. Ну, вот понимаете, да, спрашивают, ты удобно в жопе в медитации сидеть? Не, неудобно, затекает все. Засыпаешь? Да, засыпаю. Ну, а какого же хрена ты туда лезешь, непонятно. У нас там не засыпаю, в жопе удобно, поэтому с медитациями все нормально. Ну, хорошо, то есть это редкий случай, когда вот так вот в медитации. Ну, не лезьте туда, хотя лезьте, дело ваше.
Вот. Но есть другое измененное состояние сознания, в котором я рекомендую побывать, где, ну, чистое информационное поле ваше будет, не какой-то надуманный там регресс. Вы что думаете, кто этот регресс существует, что ли? Вы правда в это верите? Вы сюда придете, в этот ад еще раз? Я хрен сюда вообще приду больше. В это дерьмо, вот на эту землю. Вы что, офигели, что ли? Это идет, вот это за все плати, вот это все, и тут тебя колят, тут тебя ловят, тут тебя на фронт посылают, тут тебе. Вы что, прикалываетесь, что ли? Регресс, вы такие все клевые. Я там была. И главное, в регрессе никто не был дерьмом и алкашами. Все царевицами были. Все... Не, почему? Ну, или Во всяком. проститутками, те, кто неудовлетворенные девочки. Или какими-то элитными там проститутками. Ну, то есть, давайте не будем. Нет регресса, его там 2-3% всего. Больше никто сюда не придет. Тот, кто уже это понюхал, хрен сюда припрется. Вы думаете, вот вы сюда придете? Там настолько прекрасно, что в это дерьмо вы вряд ли сюда пойдете, поверьте мне. Вот так же и регресс. Так же, как чакры, да? Спрашивают, ты их видел? Нет. А что ты тут задвигаешь про эти чакры? Поэтому, ну вот так, это все такое обширное, это все, я все даю на курсе, и у вас все шаблоны порвутся и попадают на пол. Все вот, вот как-то, вот все не так, как вам дают и как вам показывают. Поэтому, Ален, лучше всего вот в какую-то измененку, так, чтобы спокойно было, не навязывая там ни медитацию, ни какие-то там стрессы. И на самом деле дар – это взаимодействие с энергоинформационными субстанциями. Я их называю духами, там кто-то джиннами, можете там, не знаю, как хотите там, называть, как удобно. Вот. Поэтому попробуйте как-то вот в каком-то таком, ну не знаю, я на гвоздях лежу. Вот кому-то заходит, вот Павлу не заходит, вот он лежит, пока ему как бы не... Нет, я наоборот тащусь от этого, вот именно от гвоздей, на которых лежать, не те, которые стоят, а именно на которых лежать. Ну, либо, не знаю, там, вот шаманское дыхание, приходите, пройдите, я не говорю про курсы, у меня ученики, там, копейки стоят, и можете прийти к ним в группу, и, ну, и вот, и подышать, и там как раз будет измененка, и посмотрите, что будет происходить. Вот. Поняла. Попробуйте, правда, попробуйте что-то такое вот нейтральное абсолютно. Можете писать мне, я девочкам, те, кто обучался, я данные ваши дам, там кто проводит, сейчас, по-моему, Марина будет проводить. Ну, то есть это такое необремененная ничем практика, подышите там 2 часа, все будет замечательно. Ну, то есть, а сейчас, ну, вот в текущей, как бы, да, сессии вы не можете определить, да? Я могу определить, у тебя ничего нет. Живи спокойно и счастливо. С тобой никто не Все, в общем, работает, исчерпывающе. тебе дали чего-то. Ну, ты вот как бы где-то что-то. Понимаешь, когда что-то снится, когда людям дают, когда они взаимодействуют с энергоинформационными субстанциями, он захлеб будет рассказывать 3 часа, что ему снится, и кто-то, кого-то он видит рядом, с кем-то он разговаривает. То есть это, ну, это прям он не будет придумывать. То есть когда он... Вот тут прям льется, потому что ему не с кем поговорить, потому что все его считают за алло, за куку и вообще. Вот, а если у тебя все Ну, спокойно? вопрос исчерпывающий. Тогда смысла лезть туда действительно и нет. Может быть, и есть. Посмотри в измененке все-таки, потому что, ну, для чего тебе-то это все-таки было дано? С помощью этого же Хорошо. можно помогать людям и очень хорошо зарабатывать. То есть тут тоже как вариант. Если, конечно, у тебя есть работа на какие-нибудь там, не знаю, Способы зарабатывать-то тоже и другие полмиллиона в есть, месяц, поэтому то как бы не вопрос. поняла. Попробуй вот Ну, благодарю. подышать, попробуй. Я буду в группу сбрасывать там, когда мои будут девчата проводить дыхание. Буду сбрасывать, если интересно, переходите, подышите. Там ценник абсолютно гуманный, и там сами договоритесь. Я по ценообразованию к ним абсолютно никакого отношения не имею. Хорошо, понятно. Ну, супер. Все, благодарю за внимание. Всего доброго. Благо, принимаю. Так, кто следующий? Наташ, слышно, видно? Да, здравствуйте. Немножко опоздала, извините. Здравствуйте. Ну что, ну ты остановись, чтобы у меня голова не закружилась. А, да. Я просто с собакой вышла погулять, а то у меня дома не дадут сейчас спокойно. Понятно. Понятно. Вер, скажи, пожалуйста, ты готова? Включи этот, матюга этот, как его называют, микрофон.
Так, друзья мои, что тут у нас по ТикТоку? О, благодарю за подарки, за лайки. Благодарю, друзья мои. Так, что тут? Что Я тут? сейчас на 10 минут помолчу, потому что я буду заходить домой. Ну, если ты Подслушиваю. хочешь, можно сейчас, если тебя интересует тест дар, мы можем сейчас, если ты Да, бежишь. если можно. Ну, хорошо, тогда стандартный вопрос, что тебе снится, скажи, пожалуйста. Снятся странные сны, разные очень. Последний сон, который снился сегодня ночью, это я со своей дочкой где-то гуляла, мы ели соломки, такие соломки обыкновенные, и стали подходить какие-то молодые люди странные. Нас просить эти соломки, как молчек. Я их угощала, им было очень вкусно. А потом вдруг я поняла, что эти люди как будто умершие, то есть неживые. И я их кормила соломками, они были довольны. Потом, когда у нас закончились эти соломки, я сказала, что их больше нет. Они расстроились, но я их отправила к лавке, где продаются эти соломки. Говорю, вот там есть. И они были очень довольны. На этом сон закончился. Это вот последний сон, который я видела. Ну как ты А определил, вообще что они мертвые? От них был неприятный а не запах, знаю, я как... были дырки Нет, в лице. они были такие немножко как... Нет, они выглядели как люди, немножко сероватая кожа, не совсем естественная. Ну вот как-то я как почувствовала, я так сама себе задала вопрос, они что, мертвые, что ли? И пришел ответ, да, мертвые. Но я как-то не испугалась. Удивилась, но не испугалась. И продолжила их угощать этой вот соломкой. Такой сон был сегодня. Понятно. А скажи мне, что в этом мире ты что-то видишь, слышишь, кто-то что-то тебя там, не знаю, смотрит, может быть, там. Последнее время нет, как будто как закрылось. Я, в общем-то, лет 15 назад, может быть, больше, как бы сделала отказ. Я испугалась, я баловалась, как по юности, ложилась спать и сделала запрос. Если кто-то тут есть, дайте мне знать перед сном. И мне в ухо сделали так, ух. Я ужасно испугалась. И сказала, что не хочу, ничего мне не надо, забирайте все мои там дары, видения и возможности, хочу жить спокойной человеческой жизнью. И с тех пор как-то постепенно стало все уменьшаться. До этого я видела, маленькая особенно, видела всякие тени, мне взрослые не очень верили, какие там дымочки, порочки, пугали меня, вот особенно в темном подъезде, ощущение, что кто-то за мной идет. Даже бежит, я убегала всегда. Мы жили на пятом этаже, я с первого этажа до пятого взлетала пуля, потому что было ощущение, что за мной кто-то бежит. И как-то последние лет 10 довольно тихо, но была атака со стороны свекрови магическая, и у меня как-то как активировались какие-то способности, я себя защищала, чистила. Когда атаки перестала чувствовать, как-то и силу перестала чувствовать, это было год назад. И сейчас могу сказать, что практически ничего не вижу, не слышу, только во снах, если странные какие-то сны, где я руками воздействую на кого-то. Или вот мертвые иногда снятся. На этом, в общем-то, все. Я понял тебя, благодарю. Ну, ты, собственно говоря, сама ответила. Ты отказалась, тебя не, ты их не хочешь, они тебя тоже не хотят. Вот, А поэтому. я уже их хочу, я их прошу, а они меня уже не пускают. Ну, так не получится, такие нашим и вашим не выйдет. Это только через измененное состояние сознания. А во сне, кто приходит, начинай с ними разговаривать. А по-другому никак. Кто ты, зачем ты? И пойми правильно, покойники никогда не приходят. Покойников закопали нахрен, они там их черви поели. Вот. А, скорее всего, 99% это приходит сущности в виде покойников, чтобы тебя попугать. Ты эмоционируешь, выбрасываешь энергию, энергия их еда. То есть они смотрят, о, Да. Наташа спать пошла, пойдем, мы сейчас к ней зайдем, пожрем. И они там тебя разводят вот на этих серых покойников там. Ну и ты, короче, Наташа хавчик. Вот. Поэтому Да, они ясно. приходят, отправляя их лесом и скажи, я тут вам не шведский стол, валите отсюда, давайте что-нибудь более интересное. То есть общайся с ними, Да. креатив, проявляй какую-то инициативу, то есть не, ну, вот, не пугайся и в измененном состоянии сознания ищи вот этих персонажей, которые тебя заметят и, в общем-то, будут с тобой взаимодействовать из-за этого. Через тебя взаимодействовать с этим миром, и это называется дар. То есть я как Дмитрий себе ничего не представляю,
Они Да. работают через меня, я им даю свою говорилку. После сеанса я пересматриваю, и 90% я не помню того, что я говорил. Вот. Но потому что это мной говорили, и у меня нет этой информации, и я всегда поражаюсь, ну, нифига, чувак, как ты складно метешь, откуда ты это знаешь? Ну, то есть вот это как раз взаимодействие через нас, с нашим миром, вот эти персонажи, они не уплотненные, поэтому по-другому они не могут. Они могут только через нас. Да. Поэтому в измененку заходи в какую-нибудь, не знаю, там шаманское дыхание, там какие-нибудь там гвозди, какие-нибудь вот какие-нибудь штуки такие, чтобы ты изменила сознание. Либо в сновидениях заходи, в осознанных сновидениях зайди, пошарься там, кто тут есть. Вот, погуляй, походи. Вот я пытаюсь каждый вечер, ну, так сказать, выйти в астрал или в осознанное сновидение, но что-то не пускают, опять-таки. А Я как ты всякие пытаешься методы выйти, проб. как не пускать? Но, ну, нет, я просто лежу там или дышу, или там пытаюсь раскачивать свое тело ментальное. Ну, что-то ничего мне не получается. Я уже несколько месяцев пытаюсь. Это не тот способ. Это не тот способ. Смоделируешь ситуацию здесь, когда легла, глаза закрыла, ну что ты, куда ты хочешь попасть, осознаешь себя. Сначала здесь, в этом мире, себя надо осознать. Вот и здесь, в этом мире, Наташа, вот я хожу тут с собакой, я пришла домой, ну то есть вот как-то Да. заговорить здесь, а потом моделируешь ситуацию перед входом в сновидение. Ты не заметишь, как попало в сновидение, осознав себя, ну, то есть какую ты ситуацию хочешь, такую ты и попадешь. Больше никак по-другому не получится, ты ничего не делаешь для того, чтобы попасть в осознанное сновидение. Если хочешь усилить, купи в интернет-магазине «Трава называется Калея закатетичи». Она не наркотик, нюхать, курить не надо, заваривается как чай. Коллизии катечки. Калея закатетичи. Ну, напиши мне потом такое длинное название. Хорошо. Вот, если интересно, то, ну, я бывает раз в 2 месяца пью ее, когда у меня там останавливается сновидение, потому что я живу в сновидении, иногда пользуюсь. Кого-то, не знаю, кого-то не берет. И Павел у нас вот непробиваемый гвоздь, его не берут, Калея его не берет. Вот, ну, может быть, он так сейчас Берет уже, начинает брать. пошел процесс. Да. Ну хорошо. Наташ, ты мне потом, чтобы здесь голову всем не забивать, ты мне Да, напиши, хорошо. как ее звать, сколько купить и как ее потом попить. Она ничего не вызывает, ни бодуна, ни отеков, ни тревел, ну ничего абсолютно, и не является наркотиком. Но в аптеках ее нет, там Хорошо. в интернет-магазине. Попей, и будет тебе Хорошо. счастье, потому что будет сновидение гораздо лучше, интереснее, чем здесь. Гораздо лучше, оттуда никто не хочет возвращаться, так же, как с измененным состоянием сознания. Вот, так что попробуй Хорошо. написать, я тебе отвечу, все тебе дам. Да, спасибо. Спасибо, не надо говорить. Спасибо, это спасибо Боже. Я Благодарю, тебя благодарю. спасать не буду. Супер, благо принимаю, тебе дарю. Вера, ты тут? Не ходи туда-сюда. Включай, остановись, у меня уже голова кружится. Говори, пожалуйста. Здравствуйте. У меня, наверное, открылись способности, вернее, даже не способности, не знаю как, у меня просто младший ребенок, вот он, он у меня перестал разговаривать, но когда был коронавирус, так получилось, что я стала его слышать на тонком плане. Может, мне это казалось, но очень много того, что он мне передавал, это все соответствовало реальности. Вот. Ну и как бы некоторые моменты, не знаю, он не рассказывал, и я как бы пыталась считывать, потом я поняла, что мне надо развиваться, чтобы его понимать. Ну, а сейчас как бы я наоборот. Я закрыла общение с ним через телепатию, а полностью как бы уже погрузилась в свои способности. Могу по фото считывать человека, о чем он думает, считывать его мысли там, поступки. Ну, как-то так. Не знаю, как это получается. Я специально ничего не делаю. Я просто захожу и смотрю человека и говорю все про него. Ну, все здорово. Зачем тебе тогда тест дара? Ну, то все хорошо, все развивай. Только пойми, самое главное, кто это тебе дает. Мы ничего иметь не можем, никакого дара. Мы нет, никто и звать нас никак. Не обижайтесь, я сейчас имею в виду про дар. Мы никто. Ну, правда, мы никто. Мы можем там пожрать, не знаю, там потрахаться, поспать.
сладкое. Да, то есть тут такие, больше мы ничего не можем, правда. Все остальное только через них. И не тешьте эго, что это все твое. А ты должна понять, кто это дает. Пообщайся с ними. Кто вы? Для чего вы мне это даете? Как мне с вами взаимодействовать? Ну, понимаешь, ты там, не знаю, проснулась, у тебя там раз 100 тысяч утром в кошельке не твои. На следующий день раз еще. Ну, ты как-то должна задуматься, да? Или дверь открываешь, а у тебя там, не знаю, какие-то подарки. Ну, кто это все дает? Задумайся, пожалуйста, кто? Постарайся с ними пообщаться. Тоже в измененном состоянии сознания, постарайся привлечь, а можешь в измененке, можете на кровати это делать. Я говорил, если вебинары смотрели предыдущие, я об этом рассказываю, я так часто делаю. Всем рекомендую, кто хочет с ними пообщаться. Ложишься на кровати и вечером только со светом, ни верх, ни маз, с каким-нибудь ночничком. Вот, и приглашаешь присесть на кровать. Ну, если будет интересно, напишите, я какой-нибудь видос запишу, потому что я уже несколько раз говорил об этом, уже все это слышали. Вот, то есть пойми, увидь, начни взаимодействовать с теми, кто тебе это дает. Там по фото, по всем вот этим вот делам, так будет проще. Так ты будешь понимать, насколько это важно, насколько это серьезно, в какую сторону тебе двигаться, можешь с ними общаться, они тебе все расскажут. Вот это самое главное, то есть Спасибо. понять, откуда это, ну кто это все дает. Если ты будешь причислять это к своему эго, что это мое, ну, поверь мне, скоро закончится, потому что им тоже неинтересно, когда, ну, их не хвалят, там, допустим, их не знают, понимаешь, то есть вот как-то, вот все, как вот мои вещи и сны, да я вас умоляю, какие тебе могут быть вещи и сны? Тебе ночью дали эти персонажи информацию о завтрашнем, послезавтрашнем дне, вот. Поэтому, пожалуйста, найди первоисточник, начни с ним взаимодействовать, с ними, может быть. И тогда будет усиление, тогда будет тебе счастье. Там, кстати, можно их выбирать. Дары там могут быть другие прийти. Поэтому ты можешь как-то вот. Я меняю духов, иногда они борзеют. Я меняю на других. Ну, борзеют в плане, говорят много клиенту то, чего мне нужно знать. Они нашу психологию плохо знают, поэтому. Ну, это такие уже тонкости. То есть вот найди все-таки, вот вы кто? Вот как-то вариантов много. Если будет интересно, напиши, ну, я не знаю, видео запишу. Самое главное это найти, кто тебе это дает. Так будет, ну, как-то будет, наверное, правильно. Хорошо, поняла. Спасибо. Ну, все супер. Все. Благодарю. Благодарю. Так, ну что у нас, Максимус? Рассказывай давай, признавайся, включай матюгальник. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот мне постоянно снится, ну, как я во сне. Будто меня сопровождает кто-то и подсказки какие-то дает. Сопровождает это как? Ты его видишь или как? Ну, то есть это осознанный сон, по сути. Я как по улице хожу и вижу какие-то существа метаются вокруг меня, ну, с большой скоростью. Я это могу астралом назвать, я не знаю, как это называется, правда. Ну, и как будто со спины кто-то сопровождает меня постоянно, и если я потеряю контроль в осознанном сне, он типа шепчет сзади, типа молчи, ничего не говори. Типа не стоит много рассказывать, это неизвестная сущность. И как кто-то сопровождает меня постоянно и какие-то подсказки дает. Хотя я никого вроде не звал. Ну. Ну, а кто они все-таки? Ты их как бы познал? Кто, зачем, почему пообщался? То есть, ну, как вот, не знаю, как ты с друзьями общаешься, так с ними и надо общаться. Ну, это вы имеете в виду с сущностями? Ну, да, кто там к тебе приходит, сопровождает? Кто вообще, что за банда там орудует? Ну, Что то за есть банда? там абсолютно разные, в основном в образе каких-то знакомых. Но по большей части это, если ты с ними заговоришь, они начинают как-то приставать или преследовать. И бывает, что заведу диалог какой-то, так вот эта сущность, которая, ну, я не знаю, как это назвать, проводник или не проводник, она меня как учит, чтобы я лишнего чего не сказал.
А почему она сущность? Я понятия не имею, кто это вообще. Ну, она хорошая, плохая, в твоем понимании. Ну, она мне помогает, допустим, чтобы я не нарвался на какую-то там вредоносную сущность, чтобы с меня энергию не высосали. А кому она нужна, твоя энергия? Ты думаешь, там ее прямо вот накинулись? О, Максимус, о, вкусняк, сейчас мы с него энергию там высосим. Или как этот, про дьявола, туда, душу дьявола. Кому нахрен нужна ваша душа? Дьяволу, блин. Кто вы и кто дьявол? Вот. Что они вообще хотят от тебя? Как ты с ними, ну, как-то надо, не знаю, их классифицировать, как-то надо понять, что за зверушки, и вообще переносить уже сюда их, в этот мир, чтобы как-то с ними взаимодействовать. Польза от них какая? Как ты думаешь, что с них можно взять? Ну, бывает, что дают какие-то подсказки в жизни, потом события происходят. Вот, это как для меня как место какой-то проектировки, по сути, перед тем, как ну, в жизни что-то происходит, какие-то события. Ага, то есть это какая-то стартовая, так я понимаю, вот общение, которое тебе дают понимание следующих действий твоих. Да. То есть я могу там какую-то проиграть ситуацию, и она потом происходит, ну, так как мне нужно. Ну, супер, супер, только тогда нужно их как-то понять, кто они и зачем они. Попробую их построить в ряд в сновидении, тем более если ты в осознанном сновидении. И, собственно говоря, пометить их какими-то, не знаю, ты кто, я вот это могу тебе давать, ты кто, я вот это. То есть, чтобы было понимание. И постарайся их перетащить в наш мир, пообщаться с ними здесь. Они немножко другие здесь, в нашем мире. Также вот как практика, там ложишься на кровать и просишь, чтобы присели и взяли тебя за руку, и, ну, через руку так лучше идет некая информация. Но ты не ушами будешь слушать, а придет тебе все сюда. Ушами, ну, как бы не, это не тот инструмент. Вот попробуй, вот раз там такое сборище у тебя персонажей, которые тебе простраивают твое ближайшее будущее, то надо постараться их там, наверное, классифицировать и как-то построить в ряд и перетащить хотя бы несколько этих персонажей сюда и пообщаться с ними в этом мире. Они другие в этом мире, поверь мне, может быть, даже лучше, чем в том. Вот. Вот еще, кроме таких сущностей, бывает, что я как вижу дух животного, ну, самого, ну, то есть я вижу, как поблизости где-то с моим домом животное ходит, ну, только вне тела. Я не знаю, как их с этим вообще работать можно, с духами животных, но мне очень интересно. Ну, с духами животных можно и нужно работать. Это отдельная практика, которая даст понимание тебе. Ну, во-первых, в первую очередь надо заведи свое тотемное животное. Если оно у тебя есть, оно тебе поможет понимать дух. Вот. А по духу животных это такая достаточно объемная тема. А я не думаю, что тут надо ее поднимать, потому что она не на 30-40 минут. Это я в основном даю на курсе. Но в первую очередь возьми вот тотемное животное там в сновидении. Возьми и там, не знаю, призови тотемное животное. Животных может прийти много. Самое главное, чтобы как определить своего тотема, животное должно тебе дать обойти вокруг себя. Ну и там дальше можешь трогать, гладить. Если оно не убежало и позволило тебе обойти вокруг себя, то это уже тотемное. А потом с тотемом общайся. Оно, это тотемное животное, даст тебе понимание, как с духом животных работать. Вот. Ну, тотемные животные, мне кажется, может быть несколько, потому что бывало, что то одно животное выйдет ко мне, то другое, ну, это в разных снах, и оно выходит и смотрит на меня. И, то есть, допустим, выходила один раз пантера, без всякой, ну, позволяла трогать себя. Это можно назвать тотемным животным или нет? Ну, вокруг, если позволяло обойти, то да. И на самом деле оно не одно животное. У кого-то два, у кого-то три, у кого-то четыре.
А тут, собственно говоря, уже, так скажем, может быть, у тебя их 2-3. Самое главное, чтобы дали обойти вокруг, и тогда это твое. Вот, по-другому никак. А насчет дара был, ну, как во сне, я как погрузился в такое состояние во сне, ну, как сон во сне, я не знаю, как это назвать, но меня как перенесли в какое-то пространство, и там со мной начал какой-то дух взаимодействовать и показывать разные картинки, и предлагал принять дар. Но мне как-то стало не по себе, я отказался. А что за дар-то? Что ли дар на исцеление какое-то, ну. Речь шла о том, что какие-то из моих предков, там какая-то бабка, она вредила людям, и было такое предложение: ты можешь искупить, ну, как за свой счет, ну, что ли такое было. Я понял. Но это тебя разводят. Никаких, ничего Да, искупить. я Купов отказался. никому не надо. Все это бред. Все эти родовые связи, это тоже все это бред. Но я тоже так думаю. Вот. Поэтому, ну, попробуй обойди вокруг и хотя бы одного прицепи и общайся с ним. С тотемом я имею в виду. Пообщайся на предмет вот духов животного, что тебе расскажут. То есть возьми и одно из сновидений посвяти вот встречи с этим тотемом. А вот что значит вытащить духа как-то в этот мир, ну, из сновидений, как это Ну, сначала с сделать? ним там надо пообщаться, а потом сюда его привлечь. Можно через стакан с водой, можно через вот то, что я говорил, лечь на кровать и, так скажем, зазвать, чтобы сел рядом и пообщаться, и потом ты уже здесь, в этом мире, понимаешь, кто это, зачем это и как с ним взаимодействовать. Потому что там немножко по-другому. В сновидениях все чуть-чуть по-другому. Иногда не немножко. Потому что здесь тебе фильтрует ум, ну и он, собственно говоря, пытается к тебе пробиться, вот этот персонаж, чтобы тебе дать информацию. Тебе нужно настроиться так, чтобы ум тебя не ограничивал, чтобы этот персонаж через тебя мог давать информацию как-то по целительству, как-то по каким-то информациям через информационное поле, так, чтобы ты мог здесь в сознании, то есть сознание это вот с умом, взаимодействовать, работать с этим персонажем. Ну вот, иногда обращаюсь, дайте мне подсказку и так далее. Звон в ушах. Это, мне кажется, один из признаков, что со мной пытаются связаться как-то. Ну, это Ну один вот из я обращаюсь. признаков, говорим, чтобы говорили, давали информацию медленнее, на какой-то другой волне, потому что они думают, что ты их понимаешь. И понимание, настройка – это очень важно, потому что многие не слышат. Я всегда говорю, если ты не слышишь, это не значит, что они с тобой не общаются. Ты просто не слышишь. Для многих идет просто калейдоскоп непонятной бильберда. Если идет белиберда или свист, это значит, слишком быстро дает информацию, ты не можешь пока усвоить. Говори там, алло, ну-ка давайте-ка, ребята, потише, помедленнее, а то я не вкуриваю пока. Общайся нормально, не надо, они никакие не боги, не какие-то там, чтобы падать там, лобызать их там, не знаю, грязные пятки. Не надо, это все это спокойно происходит, как не знаю, ты с друзьями скажешь, алло, Крифан, ну-ка давай помедленнее, я тебя не понимаю. Общайтесь как с друзьями, как с людьми обыкновенными. Никто не круче и не выше, ни ты, ни они, все там плюс-минус одинаковые. Если ты, как говорят хохлы, стремаешься, то это плохо. Если, ну, не надо борзеть там матом каким-то там наезда, нет, ну, по крайней мере, вести себя уверенно, чтобы персонажи понимали, что ты тоже не пальцем деланный. Вот так скажем. Паритеты, они везде расставляются, к сожалению, вот таким образом. Ну да, частота сильно быстрая, наверное, что Частота, да, воспринимается. другая, и слишком быстро дают. Говоришь, проси просто медленнее, чтобы договорили медленнее и регулируй. Вот. И тогда они будут понимать, на какой частоте и с какой скоростью тебе давать эту информацию. То есть с ними можно договариваться, они как. Нужно договариваться, нужно разговаривать там. А что ты вчера не приходил? Я тебя ждал. Ты что, блин, алло, мы работаем или где?
Ну, то есть, вот каким-то таким, не знаю, не стремайтесь вот этих персонажей, они абсолютно нормальные, адекватные. Никто с вас там ничего не попьет, не пожрет. Если бы надо было, давно бы уже выпили и сожрали. Но мы не такая вкусность, чтобы там кто-то за нами бегал и захотел нас обязательно то душу забрать, то еще что-нибудь такое. Нафиг этот расходный материал никому не нужен. Мы не настолько ценные персонажи. У нас ничего привлекательного у нас нет. А боги это кто получается? Это Но какие-то высшие сущности высшего порядка. придумали. Боги — это то, что мы придумали. Но это же работает как-то, это Ну, какая-то. безусловно, все работает. Все зависит от твоего восприятия мира и где ты находишься. Конечно, работает. И свидетели Иеговы работают, и работа, на которой ты ходишь, работает. И, там, не знаю, кто-то там, ну, всей душой на работе, там, вот, как бы я там работаю, наша работа, наша компания. Хотя ты никакого отношения к компании не имеешь, она тебя может завтра-позавтра выкинуть, и всем до свидания. Вот, так что все это боги, это все придуманное людьми, для людей, это программы специальные. Ну, как говорится, это бизнес, ничего личного. То есть мы сами создали себе программы, как эгрегор, и запитали его энергией. Именно так. Кто-то клюет на это, кто-то идет, кому-то вот это, ну, кому-то нужен вот какой-то стержень, который не имеют они сами. Вот, поэтому все такая. Вот все эти штуки я рассказываю, понятно, объясняю на долгих, емких вебинарах на курс. Поэтому это не одним часом обсуждается и дается понимание, что это такое, что такое боги. И вы просто потом, ну, те, кто проходит курс, просто потом, по-русски говоря, охреневает от того, что да, точно, как же я вляпался туда. Вот. Ну, то есть это все вот такая штука. Бог ты сам. Вот, бери на себя ответственность, топай по своему пути, а не какие-то там, не знаю, читай молитвы и прочее вообще. Молитва — это халява. Объясняю очень просто. Лежу я в луже, вот, не знаю, мокрый, грязный. Господи, дай мне здоровье, дай мне денег. А чтобы вылезти из лужи, помыться, обтереться и начать чем-то заниматься, нет. Ты молись и лежи в луже, и вылезь. И будет Как все. там говорится? Загадал, молодец, теперь исполняй. Да, вот ничего не надо делать, молись только и все. То есть молитва — это халява. Ничего личного, никого не хочу обидеть. Если кто-то находится в эгрегоре, в церковном, ну, так, значит, так. Если вы поймете до конца жизни, хорошо. Ну, нет, ну, тоже хорошо. Вы являетесь частью корма, который присутствует в этом эгрегоре. Поэтому ничего ни плохого, ни хорошего не бывает. Просто наше отношение, как мы позиционируем себя. А плохое, хорошее — это мы все сами придумали. Вот. Так, у нас ТикТок тут вовсю рулит. Друзья мои, вот тут Дмитрий. Благодарю за подарок. Наташа, благодарю. Благо Дмитрий, вам дарю. благодарю за диалог. Было очень интересно с вами поговорить. Благодарю за добрые слова. Всегда готов, особенно если придете на обучение, на курс, будете знать очень много и понимать, что мир не такой, как вы его видите себе, потому что вам напялили это все так, как нужно им, а не вам. То есть мир совсем другой. Совсем-совсем не такой. Нет никакого тысячелетия крещения Руси, нет никаких родовых там связей, там 500 лет там мой род. Нет этого, я могу это доказать ровно за 3 минуты. И вы поймете, что я прав. Никакого тысячелетия нету, никакого эго не было этого. И иго 300 лет татаро-монгольского не было. Все это фуфло нам вешают на уши. А, поэтому, ну, все не так. Питер никто не строил, мы его просто нашли. Ну, вот 99% истории вранье. Все вранье, кругом все вранье. И я вам Ну могу да, перезагрузки, дать перезагрузки. информацию, которая, вот вы поймете, что да, на самом деле, как же так? Нас опять где-то поимели. Вот, благодарю, благодарю. Так, что у нас, то у нас. Алла, что там у тебя с интернетом? Поговори чего-нибудь, включи только этот самый, как его зовут-то, микрофон. Микрофон. Благодарю, друзья мои. Это я.
А, ну, теперь слышно? Ну, более-менее слышно, да. Но прерывает, слышно-то оно слышно, просто прерывисто идет, я есть немножко не понимать. Говори. Ну, у меня перед полнолунием и новолунием снятся сны. Очень часто снятся покойники. Последнее время мне вообще какие-то бумажечки, и на бумажечках написано: во сне читаю, все помню, утром проснулась, ничего не помню, что мне написано было. Один из снов был в сентябре, у меня дочь в Израиле, и я на тумбочке видела фотографию: мой покойный отец, и рядом стоит дочь взрослая и ее парень, с которым она в Израиле, как предупреждение того, что случилось, что она не сможет выехать. И еще у меня было, что меня ночью словно что-то давило два раза. И один раз я проснулась, кричала, что меня рот защищает, еле выкрикнула. А второй раз просто был сын дома, и я имя сына выкрикнула. И вот не знаю даже, что это было. Так что вот такое. Понятно. Ну, давай начнем с того, что покойники не приходят. Перестаньте вот эту вот всю эту ерунду. Ну, вы говори. Узнавай, кто что, кто пришел. Я там умершая твоя, там, что ты гонишь, умершая? Даже если кто-то умершая, там, твои родственники, проверяй тогда в таком случае. Но это не умершие пришел, а пришла душа. Там умершие уже давно закопали. Если там я твоя родственница, проверяй, как меня зовут, там, где мы жили. Ну, то есть вот такие вопросы задавай для того, чтобы вот. Скорее всего, это приходят сущности, из них некоторые дают тебе информацию, скорее всего, это вот какие-то энергоинформационные субстанции. Определись, кто зачем, так же, как Максимус говорил, кто ты, зачем, как с тобой взаимодействовать, перетаскивай их сюда. По запоминанию, пожалуйста, бери самый простецкий рабочий вариант. У тебя в телефоне есть диктофон. Дали тебе что-то там почитала, как запомнить? Никак. Проснулась, один глаз открыла, включила диктофон, положила на грудь, закрыла глаза и идешь опять в сновидение и начинаешь рассказывать. То есть у тебя лежит он здесь. Ты еще не проснулась, один глаз открыл, просто включила и положила. И пытайся вспомнить опять, что там, хотя бы саму ситуацию, не надо там вспоминать, что было написано, и заходи обратно туда. И рассказывай, вот я сейчас здесь, я вижу это, я вижу то, вот ну-ка дайте-ка мне бумажки еще раз, я почитаю. Ну, управляй своим сновидением, управляй. Так, вы что это, покойники, ну-ка сюда иди, что ты тут мне рассказывал. Ну, то есть вот каким-то таким вот. Ты кто, покойник? Нет, как тебя звать? Ты что приперся? Ну, вот, ну, разруливай эту ситуацию. Ничего тут такого нет. Как в жизни вы делаете? Ну, пришел к тебе какой-то мужик, там, я самогону хочу, да? Ты кто? Какого самогона, чувак? Ну, то есть вот какие-то такие вещи нормальные, жизненные, переноси туда. И потом, после того, как запишешь на диктофон, не прослушивай сразу после того, как, ну, уже встанешь. Послушай вечером. И ты будешь очень сильно удивлена. Ну, ум тебе немножко по-другому переврет все. Вот вечером этого дня послушай. Никогда не записывай свои сновидения, потому что как только начинаешь записывать, все сразу стирает однозначно всем и всегда. Потому что ты вспоминаешь орфографию, здесь надо запятую, здесь точку, и все, все, до свидания. А когда ты наговариваешь, ты просто наговариваешь спокойно, и все. И у тебя идет как бы потоковое знание, память, там, как хочешь называй. Вот. Постарайся через диктофон, а потом несколько раз, там, 5, 7, 10, а потом ты начнешь запоминать, и тебе будет гораздо удобнее и комфортнее. Это все тоже приходит с... Ну, как во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Поэтому пробуй, кто-то к тебе стучится, что-то тебе пытается давать. И причем это на самом деле сбывается, поэтому хватай, общайся с ними и работай потом с ними, и это будет тебе на всю жизнь. Будет тебе на всю жизнь. Хорошо? Хорошо. Надеюсь, что на курсе я что-то новое узнаю у вас. Ну, супер. Все будет. Спасибо, Дмитрий. Благодарю. Благодарю, Алла. Благодарю, да. Благодарю.
Так, что у нас? Оля, слышно меня? Мы здесь на «ты», поэтому ты чуть опоздала. Мы тут без всяких свидетелей, так скажем, без хранителей, там, без всего. Если тебе удобно, общаемся на «ты». Если нет, скажи, как тебе имя, отчество, какие у тебя есть заслуги. Я буду их перечислять, обращаясь к тебе. Давайте на «ты», все просто. Отлично. Ну, тогда рассказывай. Рассказывай, что у тебя. Ну, мы все начинаем со сновидений. Что у тебя снится? Я так понимаю, что ты про дары не только, да? Здесь. Ну, про дар я свой до конца как бы не знаю. Просто я знаю, что у меня, ну, интуиция у меня неплохо работает. Начну с этого. Потом часто снятся покойники. Бывает, не снятся, потом опять начинается. Потом было такое, что я даже, кстати, писала об этом вам, рассказывала, что я в квартире жила, ну, в другой на тот момент. И помню, с работы пришла, легла спать. У меня тогда не было котенка, ну, вообще никого, ни котов, ни кошек как бы дома. Я легла и почувствовала, что в ногах вот что-то лежит, да, греет. И услышала мурчание. Ну, я не испугалась этого, но и не поняла, что это было как бы. Вот. И оно вот как-то, какое-то время это было, потом, ну, раз и исчезло. Потом было такое, что я ночью проснулась, как бы непонятно откуда, такое как в форме облака, что ли, вот оно так вот в комнате было, потом тоже ушло. Ну, я тоже как бы, страха у меня не было, но я даже не поняла, что это было. Вот такие бывали моменты. Потом бывает такое, что чувствую запахи. Просто вот как бы можно было бы понять, да, что они от чего-то там рядом, не знаю, запах алкоголя, допустим. Вот нету, допустим, такого, что, да, там что-то должно вот там, допустим, открыто было бы, ну, нету рядом, но я это чувствую. Или бывает там запахи цветов, хотя я в этот момент не нахожусь в таком месте, где бы я могла бы это почувствовать. Ну, бывало и вот такое вот у меня. Кто тебе дает эти запахи? Не знаю. Что тебе Вот дает сама. интуиция? Что такое интуиция? Скажи мне, пожалуйста. Что такое интуиция? Не знаю, как это правильно объяснить. Предчувствую, что ли? Ну, как? По моим словам, это, не знаю, предчувствие. Что будет, допустим, вот, ну как предугадываешь, что ли, предвидишь, что будет, вот оно, впереди Чем там. ты предвидишь? Вот замерзли ноги, ты предвидишь, что сейчас будешь кашлять. Ну как? Ну вы думаете, что вы говорите, пожалуйста. Ну вам вот дали вот эту вот ерунду, вы в нее поверили. Предчувствие. Я чувствую, когда в туалет хочу. Пипец, как чувствую. Все. Или жрать когда. Вот это, что есть предчувствие ваше? Объясняю. Никого не хочу обидеть. Нет никакой интуиции у вас и быть не может. Никогда и ни у кого. Есть только взаимодействие с вами энергоинформационных субстанций, которые вам дают информацию, там, алло, Оля, вот там, вон, что будет. Ну, мы, естественно, эго у нас большое, мы, если, это моя интуиция, что, сейчас на нас, все мое, мое. Вы тут не лезьте ко мне, все мое. Оль, на самом деле, это кто-то с тобой взаимодействует, дает тебе вот эти вот знания не для того, чтобы ты вот как-то... А для того, чтобы ты обратила внимание и все-таки задумалась, ребята, а кто это мне дает? Вот что это? Почему я начинаю чувствовать запахи? Почему у меня есть вот это? То есть интуиция – это информация о чем-то, правильно? Ну, то есть ты получаешь информацию о чем-то. А вот кто мне дает эту информацию? Ребята, вот вы кто такие? Пожалуйста, вот мне очень интересно, каким образом вы начинаете управлять моим обонянием? Как вы мне это даете? Что я могу вот, ну, вот как это могу развивать и все остальное. Мне иногда дают такие вещи, которые там чуть ли не через три дома, там в Болгарии жарят перец болгарский, я чувствую этот запах. Причем это может быть абсолютно спонтанно, без всяких запросов. Кто-то приперся ко мне из этих духов и дает мне его. Причем я визуально вижу даже в каком доме и в какой квартире этот запах. Ну, то есть, и кто там готовит? Здесь же у них осенью готовят перцы и жарят, и парят это все эти болгарские перцы. И здесь такой духан стоит. Вот, поэтому кто мне? Я что ли такой? У меня что, ноздрики вот такие вот, что я тут прям унюхал прям на расстоянии? Да нет, конечно, я обыкновенная какая-то человеческая хрень, которая, блин, с переломом позвоночника и сдохшим телом когда-то. Я себе ничего не представляю. Но они дают, я интересуюсь, кто. Интересуйся, пожалуйста, кто дает, чтобы они не обиделись. А то ты все сама, и моя, ты кто ты? Я отсюда дух, я тебя не знаю, это моя интуиция.
работает, так же, как вот Алла говорит, вот у нее вот это, вот хватай их за хвост, там что у них есть, не у всех есть хвост, и начинай с ними взаимодействовать, и ты получишь гораздо больше, гораздо, не знаю, интереснее все это будет, ты будешь понимать, ну, много всего интересного. Плюс ко всему, вся эта интуиция, то есть вся эта информация, она перерастет в другую штуку. Я когда взаимодействую, работаю с людьми, я много могу сказать, ну, не я могу сказать, ну, честное слово, я в этом вообще не участвую, вот только моя говорилка. Я могу много чего предсказать, через меня предсказывают много всего того, что я вообще не знаю этого человека. Ну, и вообще, я, как говорится, никто, я просто как проводник, как передатчик. Так же и ты. Для тебя дали, попробуй их развернуть для работы с людьми. Это будет очень здорово. Ты сама, не, ну, я, например, не понимаю. Еще раз повторюсь, я иногда пересматриваю работу с людьми и думаю, чувак, как ты складно метешь, откуда ты все это знаешь? Я не знаю этого. Они дают через меня. Так вот, разверни эту вот информацию, разверни этого духа, не знаю, джина, как хочешь там, пупсика, мурзика, как хотите их называйте. Разверни, чтобы он через тебя, они не в тебе, никто в тебя залазить не будет. Там есть грызть, там никто, никакой хвост у тебя не вырастет, не переживай, им нафиг это не нужно. Но они через тебя будут давать информацию людям, которые к тебе будут приходить. Что ты выберешь? Болезни, не знаю, предсказания будущего, но недалекого. Нельзя предсказать далеко, это невозможно. Меняется ситуация, и все, это полная ерунда. Ну, то есть ты можешь давать какие-то из информационного поля, они через тебя, какие-то советы, там, как мне продать дом, что-то еще. Вот, у меня первый раз, давно, правда, это была женщина, пришла с заиканием, а она, ну, как спикер, что ли, ей было очень некомфортно. Вот ее клинит иной раз, ну, представляешь, да, она где-то там выступает, и раз, и она вся пурпурная от стыда непонятного. Вот, она пришла, говорит, Дмитрий, ну, слушай, блин, вот не знаю, что делать, подскажи, помоги. Она пришла на диагностику дара, у меня там есть по здоровью, на часовой прием. Так через меня полилась вся эта технология, как ей сделать, чтобы она не заикалась. Я что, блин, изучал заикание, что ли? Да я вообще не знаю, что это такое. И причем она вот этим взяла вот эти вот, ну, некие практики, некие советы, и через 3 дня пишет мне, я практически не заикаюсь, а через неделю уже как бы все. Я, откуда я мог это знать? Я не знаю, но они знают. И они дают через меня. Это настолько здорово, что, ну просто пипец. То есть на заре, когда я начинал, народ разный приходит, так, а ну дай-ка мне быстренько там чудо какое-нибудь, чувак, ты что тут мне песни поешь, хочу чудо, давай. Ну вот одна барышня пришла, вот такое же чудо она хотела, ну какой-то там какие-то вот так вот прям, и я ей тут же говорю, да у тебя родинка на лобке. Ну, естественно, она покраснела, говорит, откуда ты знаешь? Я не знаю, мне сказали духи, что у нее на лобке. Вот все вот это вот делается через нас и делается очень здорово. Поэтому общайся, разворачивай их на работу. Они с удовольствием будут через тебя взаимодействовать с другими людьми. Это для них это вообще полнейший кайф. Ни они не просят никаких резать ягнецов, расчленять младенцев на перекрестке перед кладбищем. Вот им нафиг это не надо. Они хотят, чтобы мы работали, давали им возможность работать через нас с другими людьми. Вот, наверное, так. Причем вы получите огромное удовольствие от этого. У меня всегда болит сломанный позвоночник. Всегда. Ну, плюс-минус, больше-меньше. У меня всегда болят руки в плечах оторванные. Как только я начинаю работать с клиентом, у меня ничего не болит. Как они это делают? Ну, хрен не знает. Как это делают? И мне ничего не болит. Я в полном кайфе, и они через меня работают. Поэтому это очень полезные персонажи. Бери их в оборот. И они с удовольствием сделают тебя счастливой, богатой и не только. Только возьми какие-то практики правильные, чтобы работать правильно. Спасибо большое за информацию. Теперь я понимаю,
Благодарю, благодарю. Так что, если будет интересно, пиши, приходи, то у меня тут и курсы проходят, да и так можешь прийти на какой-то личный прием, на котором я тебе много интересного расскажу и покажу. Все, благодарю за информацию у вас. Благо принимаю, тебе дарю. Упала наконец-таки. Приветствую приходящим. Так, ну что, друзья мои, вроде как бы всех мы тут окучили. Если у кого-то есть вопросы какого-то другого плана, любого, мы завсегда, как говорится, я полезных перспектив никогда не супротив. Я готов хоть пчелам в улей, лишь бы только в коллектив. Поэтому задавайте вопросы. Если устали, тогда не задавайте, мы просто пойдем отдыхать. Дмитрий, ну давай я задам вопрос. Давай, давай. Вот ложился вчера на гвозди и как, ну, договорился, чтобы это тотемное животное у меня показали или что-то. Как? Ну, и было морда как-то. Ну, кошки, не кошки, большой кошки была морда, а потом просто как будто бы я глазами видел с нее, вот бежала по лесу или бежал по лесу кто-то, я вот это все видел, что по лесу, а потом просто все, ну, взлетел и улетел в небо куда-то и все. А также у животного не увидал. Только вот как будто бы глазами животного я вот это все видел. Какого-то. Непонятно какого. Вот про движение у меня вот такие рассказываю. И еще хотел сказать. Вот ездил на работу как-то в Мурманск. Рассказывал, не рассказывал. Познакомился там ну, с мужиком. И тоже мы разговорились, и он мне там и про русалок, и про домовых это, и ну там есть сейды такие. Он сказал, пошли, я тебе сейды покажу там туда-сюда, ну в лесу. В курсе такие сейды есть, летучие камни-то, которые лежат на, ну лежит одним краем кусочком на камне, и маленькие камушки под ними стоят, а они вот балансируют как-то и вот не падают. Не слышали про такие, да? Нет, я только знаю, как эти живые камни, которые двигаются, но они в нашем понимании камни. На самом деле они не камни, это живые существа. Ну и, собственно говоря, эти тоже, наверное, живые существа, потому что были разные у нас здесь и давление, и все остальное. И на самом деле камни, ну, мы считаем, что это камни, а это живые существа. Ну, Ну только да, у них есть время у них по-другому души, идет, души не есть. так, как у нас, поэтому они как бы вот, ну, немножко по-другому, в другом времени живут. Не, а это такие камни, такой он как троллейбус огромный, но он лежит на трех маленьких камушках. Вот такие. И вот он мне говорит, вот ложи руки на мои руки, ну, и это... И вот он спрашивал, как бы через меня, кто здесь, ну, кто здесь находится. И вот я тоже не ушами, а вот ему воспроизводил, что вот как с головы я вот это слышал. Ну и рассказывал. Он задавал вопросы, а я ему как бы отвечал от тех персонажей. И вот да, вот мы как-то про домовых рассказывали. Вот там было, я видел много домовых. В лесу, в Мурманске. Они не живут в этих в домах, в квартирах, они живут в лесу. Но это домовые или это гномы? Потому что они достаточно похожи, только гномы немножко погрубее. Но они сказали, что это домовые. Ну, Домовые. может быть и так. И вот и трава, по-моему, начала вот это действовать. 4 дня я вот пью подряд и стал
стали сны, и цветные, и красивые сюжеты. Ну и не осознаю себя в них, ну и утром уже не помню. Ну, осознавать моделируй, а утром клади телефон и через диктофон. Вот потренируйся, оно тебе все равно оно дастся. Ну, иду верным путем, так сказать. Да, верным путем. Раз колея сейчас начала работать, значит, засыпая, вот что-то моделируй и заходи туда. А потом, как это начнет получаться, можешь заняться выходом из тела. Практикой тоже замечательная, прекрасная. Это не осознанное сновидение, это нечто другое, но это тоже очень вкусно. Это пипец, так классно. Это совсем другое, там жизнь совсем другая, там все совсем по-другому. Здесь возвращаешься. Я никогда не сплю с закрытыми шторами. Мне всегда открыто, чтобы когда я открываю глаза, чтобы я понял, где я нахожусь в данный момент, где я себя осознал. Ну, то есть какие у вас здесь правила? Потому что я осознаю себя в разных местах, и там смотрю, у меня не руки, там, а что-то, какие-то другие штуки, там, или я какая-нибудь там стрекозел, или там, ну не знаю, что-то такое другое. Я понимаю, что вот в этом мире вот такие правила. Поэтому ты себя тоже осознай, пойми, вот выстрой какую-то ситуацию. Ну, любую, не знаю, какую хочешь, какая тебе больше нравится. И иди с этой ситуацией и осознай себя. Как только вот это закрепится у тебя, я думаю, что тебе нужно будет заняться выходом из тела. И это тоже такая отдельная практика. Ну, потом вы сюда вообще не захотите, если только пожрать, ну, или в туалет вам там сильно приспичит. Ну, я здесь редко бываю, честное слово. Здесь чем больше находишься там, тем больше понимаешь, что там гораздо интереснее. Ну, на самом деле. Вот. Так что работай. Не забудь диктофон все-таки включай. Клади, даже если ты ничего не помнишь. Клади, моделируй опять тот сон, где ты был. Ну, примерно-то плюс-минус ты же запоминаешь, где ты, в каком месте был. Или даже если не запоминаешь, закрой глаза, верните меня обратно. Я хочу посмотреть и записать то, что я видел. Они все равно поддадутся. Ну, вот сегодняшнего этого... Я понял, что надо просто больше разговаривать. Да, вот правильно, вот молодцы. Просто болтайте с ними, разговаривайте, привлекайте настойчиво, без хамства, без всего, но настойчиво вызывайте, зовите, иди сюда, расскажи, я вот пока не соображаю, дай мне понимание. Они с удовольствием это все будут делать. Нет там такого, как здесь у нас, фу, да иди отсюда, ты кто, денег мне дай, потом тогда я тебе расскажу. Нет там такой фигни, они с удовольствием будут помогать, с удовольствием будут давать возможность запомнить, пройти куда-то дальше. Ну, вот как-то так. Ну, и с этой, с тотемным животным, что-то немножко не додавил я, да? Получается. Ну, раз ты видел уже его глазами, это уже очень здорово. Ты попробуй все-таки спросить, кто ты. Ну, или, по крайней мере, посмотри лапы. Да, ты можешь так же, если ты там бежишь по лесу, ничего тебе не мешает. Ну, то есть ты видишь глазами этого животного, но не понимаешь, кто ты. А у меня были такие ситуации, я ставлю зеркало. Ну, блин, возьми, ну, кто? Вот у нас ум говорит, так нельзя, какое зеркало в лесу, ты чего? Ну, потому что он тебя... Ну, в лесу можно посмотреть, в речку, в озеро. Ну, в речку, или поставь зеркало, там, не знаю, трюму сделай, там, или в речку. Все-таки посмотри, кто ты. Это будет очень здорово. Ну, а в выход из тела и прочие всякие штуки, ну, я уже говорил, есть классные практики. Налить воды, поставить на кухне. Ну, в общем, это все прям целая история, там целая жизнь, там все прям вот. А если еще раз ты попадешь в какое-то животное и будешь видеть его глазами, попробуй через речку, через зеркало все-таки посмотреть, кто ты. Или спроси у него, а кто ты? Я вот вижу твоими глазами, кто ты? Вот как-то вот. Ну, это вот так все происходит, это надо как-то осознать себя. Тут ты то ли спишь, то ли не спишь. Да. И когда вот спросить, момент вот этот надо уловить как-то. Очень сложно, но как только начнет получаться, все сразу пойдет. Ну, потом я так понимаю, что вот какой-то дожать вот это, и потом раз получится, уже поймешь, и пойдет это все. Да, потому что тебе дадут другие допуски, ты можешь уже со всеми разговаривать, ты будешь уже понимать, там будет уже полноценная твоя жизнь.
То есть те ситуации, в которых ты будешь проживать, ты будешь управлять сновидениями, ты даже можешь стать сценаристом сновидений. Ну, в общем, там все по желанию. И иногда никакой сценарий не нужен, прям попадаешь в такой, прям, вау, как я вот в последнее время рассказывал, что я попадал на ярмарку разных персонажей и великанов, и каких-то, не знаю, эльфов, гномов, они продавали свою продукцию, ну, то есть еду там, все пипец, настолько интересно. Огромная там, не знаю, дыня у великанов, поделенная на ячейки, ну, чтобы нам мелкотне, чтобы можно было кусочек продать. Ну, пипец, это просто, ну, так ни под чем ты не придумаешь эти вещи никогда. Только в измененном состоянии сознания, либо в сновидении ты получишь вот это вот. Но это настолько реально. Я, конечно, все запоминаю уже давно без диктофона. Ну, опять же, я говорю, можно писать сценарий, продавать Спилбергу там за большие деньги. Потому что это невозможно придумать. Вот у меня раз было, я осознал себя во сне. Ну, стою на дороге и останавливается там грузовик. Я залажу туда, а там, ну, знакомый мой, хороший знакомый, но он мертвый, его нету в живых. И я думаю, ну, я про себя думаю, так, ну, тебя же нет, но он со мной начинает разговаривать там туда-сюда. Я про себя думаю, его же нету. И вот осознаю себя, что я во сне. Ну и меня выкидывает все. Выкидывает, и сон кончается. Есть специальная штука, в которой вообще, ну, некая площадка, что ли, на которой общаться можно с ушедшими душами. Они будут в образе того тела, которое ты знал. Есть специальная площадка, нужно туда переходить и там вести общение. Я всегда вожу на эту площадку, когда провожу сеансы встречи с ушедшими. Ну, я уже тоже про это говорил, очень эмоциональная штука. Но есть специальное вот, ну, некое место, где комфортно им и достаточно комфортно нам. Вот. Вот как-то так. Ну что, друзья мои, будем потихоньку, наверное, заканчивать нашу беседу. Так, у нас тут господа в ТикТоке. Я к вам сейчас вернусь и отвечу на ваши вопросы. И отспасиблю вас за всякие прекрасные вкусные штуки. Так что вы не разбегайтесь, я сейчас доберусь до вас. Значит, что хочу сказать. Можете темы какие-то свои написывать. Мы можем собираться и иметь прекрасное, доброе общение, как обычно мы это делаем. Вот, кто хочет побольше понять, что-то получить интересного. Ну, безусловно, это только курсы, потому что, ну, как бы эти вещи даются, и измененка дается тоже только на курсах. Ну и, собственно говоря, исцеление и заработок это, ну, вот прям на одной линии стоят, лежат, висят. Поэтому, кому это интересно, сейчас заканчивается набор на курс сегодня, ну, завтра я точно его закончу. Так что, если кому-то интересно, можете приходить. Ну, напишите мне в личку и вот. Вот. Никого ни к чему не призываю. Если готовы, я с удовольствием с вами поработаю и сделаю из вас неких целителей, медийных личностей. Ну, в общем, все как вы любите. Много денег, много счастья и много людей, которые хотят от вас помощи. Это очень здорово. Потешите свое эго и не только. Вот. Благо всем дарю. Ну, группа, она остается, никуда не девается. Принимаем. Благодарю, Дмитрий. Благодарю, Павел. Благодарю всех, друзья мои. В общем, я на связи в группе, когда я не работаю с людьми или с курсом в группе, я всегда смотрю, отвечаю. Так что пишите, не стесняйтесь, все будет хорошо. Благо всем дарю. До свидания. До свидания.